Народ, всем привет! Сегодня расскажу, как разжечь огонь лупой. Вот, смотрите, начнем просто с белой бумаги. Обычная белая бумажка. Белая бумажка легко прожигается солнцем, но не загорается сама по себе. То есть прожечь вы можете, но вот как видите, она не загорается. Она может загореться, но редко. В основном просто вот прожигается, прожигается. То есть температуры не хватает. Эта лупа где-то сантиметров 7. Потом, смотрите, берем вот эта бумага, скажем так, это картон. Она тоже прожигается легко. Вот раз, прожигается, но толком не загорается. То есть тлеет, 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 но огня нету. Может появиться иногда, но не всегда. Вот тлеет, вот сейчас появился огонь. Вот такие вот, скажем так, серые бумаги без краски. Самые лучшие для розжига. Потом туалетная бумага. Вот смотрите, это она чуть-чуть такая серая, которая белая, и салфетки, они очень сложно разжигаются или даже не разжигаются. Я уже экспериментировал, в общем, очень сложно разжечь. Вот эта туалетная, она немного тоже такая серая, тоже тлеет, 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 но иногда загорается, иногда нет, как повезет. Старайтесь с краюшку, если хотите разжечь, краюшек вот так разжигайте, может загореться. Сейчас не загорелось. Следующее, смотрите, вот это у нас, это просто вот рыхлое дерево, рыхлое сухое дерево. Сразу скажу вперед, это очень хорошая штука для получения огня, для розжига. Вот смотрите, берем в одном, например, вот месте его чуть-чуть поджариваем. Вот, чуть-чуть уже тлеть стало. И просто, если я сейчас начну дуть сюда, оно очень сильно будет набирать температуру и разгорится. Вот смотрите, вот оно разгорается. Если я сейчас сюда положу мелкую солому и буду дуть, она загорится. Вот огонь уже. Ну, огня полноценного не было, но если чуть-чуть соломы больше, оно бы сейчас загорелось. Чуть не хватает. В общем, можно сказать, загорелось. Сделаем, потому что я сейчас до этого чуть-чуть делал, она загоралась. И еще смотрите, что самое такое тоже интересная такая штука. В принципе, вы ее можете найти, это где вот, если в степи ходите где-нибудь, ну, например, вот в Казахстане там или в России, в деревне. Вот это сухая, скажем так, какаха. И есть навоз, есть коровье, есть конский. Вот конский навоз, он зажигается прям очень легко. Вот это коровье тоже зажигается, но чуть-чуть сложнее. Вот смотрите, сейчас я его чуть-чуть подпалю и также раздую. Вот чуть-чуть подпаливаю. Мгновенно подпаливается. Так, это что-то какой-то плохой. Чуть-чуть. Ну вот, он плотный сильно, наверное. Сейчас попробую другой. Вот. Ну, я говорю, вот конский навоз очень хороший. Коровий чуть-чуть похуже. Вот, берем. Потому что коровий, он плотный. Эти кизики. Вот, чуть-чуть сейчас подпаливаю. Вот дуйте, дуйте, он сильнее, сильнее, сильнее все. То есть побольше кислорода делаете. Вот, иногда может вспыхнуть, иногда не вспыхивает быстро. То есть, ну, по-разному. Это нужен такой тоже опыт по поджиганию, так скажем. Вот я сейчас чуть-чуть соломы положу и попытаюсь поджечь. Он сейчас может вспыхнуть.
Очень по-разному. Иногда может быстро вспыхнуть, иногда вот так вот долго. Как повезет. Но конский навоз, я говорю, он прям классно. Вот. Наконец-то вот загорелся. Можете тут мелкие дровишки обязательно подготовьте заранее. Мелкие, крупные, то есть все, чтобы быстро сразу подкладывать. Все, и вот так потихоньку разжигаете. Это не просто, но это все возможно.